35 раз пожарные спасатели выезжали на возгорание за прошедшую неделю. Самый крупный пожар произошел 1 июня в доме 6А по улице Мира. В его результате один человек погиб и 4 пострадали. Общая площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров. В трех квартирах разрушены межкомнатные стены и наружное остекление. Еще один крупный пожар произошел вечером 3 июня. В деревне Витенево загорелся деревянный дом. Более 2 часов огнеборцы ликвидировали пламя. Обошлось без пострадавших. Всего за прошедшую неделю в Мытищах было зафиксировано 202 сообщения о происшествиях и несчастных случаях. Об оперативной обстановке на территории округа главе сегодня доложил директор Центра гражданской защиты Роман Поликарпов. 31 мая сообщение о падении ребенка из окна 2-го этажа квартиры по улице Троицкой. Пострадавший ребенок 7 лет, госпитализирован в реанимацию МККБ. 3 июля 20.04 на ЖД станции Перловской электропоездом, двигавший в стороны области, сбит неизвестный мужчина без документов, на вид 30-35 лет. Смерть до приезда скорой медицинской помощи.